Она говорит о том, что 25% населения Земли, то есть четверть населения Земли, я не знаю, сколько это миллиардов, больна тем или иным психическим заболеванием. И мне кажется, что это очень незначительный шаг по отношению к дружбе народов, которые у нас пытаются не подружить. И когда эти люди существовали и общались между собой, а потом начались проблемы на границе и вообще, в принципе, между странами, я задалась вопросом. У нас есть люди, которые бастуют против России, есть люди, которые против Украины, но кто же за мир? Кто из этих всех людей хотел бы поддерживать человеческие отношения, гораздо более космополитичные, которые я считаю самыми важными? Я снимаю, что разговор, звали на дорогу.